Буэнос Диас, брат. Я верну раз этим взрыв ваш экран. Это значит, что мы продолжаем кошмариться и срать кирпичами. Это амнезия. Садитесь поудобнее, берите мешочки. На очереди комнаты управления. Напомню, нам надо проскочить через коллектор, но для этого сначала надо попасть в цистерну, чтобы откачать оттуда воду, а потом в морг. Не буду объяснять, за каким хуем. Просто так надо. Потом все увидите. Так. Нихуя себе стимпанк. О, флешбэк вьетнамский. Скажите, Герберт, как вы узнали про это место? Старый друг в Алжире дал мне карту. Почему он не пошел вместе с нами? Он хотел пойти, Даниэль, но мы не всегда получаем то, что хотим. Хуяк, хуяк, вы слушали маяк. Так, блядь. Раз, комнатка. Так, тут, по-моему, подрочный мост. Угу. О, кусок трубы. Дайте-ка его сразу вот волоку. Ой, сюда, перед дверью кину. Так, а есть тут маза еще светильник зажечь? По-моему, хуй. Так, и вот второй кусман трубы. Чип-чип-чип. Оба! Так. Этот мост опущен. То есть тут грузы висят нормально. Ёбная. Так. Опаньки, еще огниво. У них и так 50 штук. У них себе... А, точно, я же ачивку делаю, лол. Так. Теперь залетаем с двух ног сюда, берем еще одно огниво. Так, и пробуем опустить. По-моему, они зеркально должны работать. Так. Левый на уровне глаз. Этот чуть выше, и средний где-то на уровне трубы. Блять, нихерища не видно. О, кажется, был щелчок. Блять, нихерища. Опа. Как-то так. Так. Напомню, что не важно. Зеркально. Висеть так. Контролем трубы. Хуяк! Хуяк. Работало, кажется. Так, щелчок был. Отлично. Теперь надо как-то попасть вот сюда. Так. Стул нахуй. Так, здесь вообще, в принципе, как можно изъебнуться? Раз. Ой, блядь, что я натворил? Куда нахуй? Епт. Хуй ты у меня опустишься. Чё? Всё? Вот теперь точно будет пизда. Хуяк, ебать тут достроя. Я ебу того ебала, как так можно? Кто всю хату распидорасил, черти? Так. Изи дейс. Хуяк, изи дейс. Так, по идее у нас в правой комнате вроде был эталон, правильно? С той стороны. Так. Вниз, два вверх, вниз. Еще кусман трубы. Так.
Записка. Хуяк. Третий кусок трубы. Бздык. Так, сейчас будет череп бздык хуя-куку. О, ништяк. Так, здесь вверх-вниз, вниз-вверх. Или наоборот, блядь. Ага, наоборот, это я пиздоглазый. Так. Так. Дёрг и... Дёрг. Ты чё там, охуел? Так, это не то. Опа! А вот эта хуйня мне уже нравится больше. Не-не-не, это ты? Что ты делаешь? Чё я делаю, чё я делаю? Тебя ебать не должно, старикашка. Кто хочу, то ворочу, поэтому пошел в пиздищу. Так, блядь. Ладно. Теперь осталось только присыпку купить на место трубы. Надо на всякий случай подсветить. А то опять крышня поедет. Дырки. Так, блять. Дырки. Так. Нахуй ты мне в середину воткнулся. Так. Соединены средние дырки крестом. И боковая, одна из. Там же потом потыкаемся, решим, что да как. В принципе, поебать. Вот эта дырка. Точненько. Так, и никуда. Главное, ящики не выбить. Ху. Ай-я. Так, и теперь пробуем тыкаться с боковой трубой. По идее, я насколько помню, механизм должен работать зеркально, значит налево. О, сработало. Заебца. Комната управления пройдена. А вы знаете, за каким хуем я подставил ящики под дверь? Потому что вот так. Хотя... Берем вот эту вот поебовину. Эрик, пизды, кое куку мы подняли дверь. Так, ну по идее мост я опустил. Единственное, что я не помню, какой из двух мостов я опустил. По идее, я должен был опустить мост к цистерне. Потому что сначала мне нужно откачать водичку. А, это сам, понимаете. Тот еще пиздос. Так, блядь. А. Дёрг. И дёрг. Тык, ты чё там, сука, охуел клинить? Псина, блядь. Это с другой стороны, это, в принципе, достаточно весело контрится. Сейчас, наверное, накидаю наверх камней и покажу, как эта хуйня делается. Прыг нахуй. Не, так не получится, надо два приема. Сначала подходим к лестнице. Ой, блядь. Сука, чуть селфкил не сделал, да ебаный ж ты. Опа. В принципе, если он улетит дальше вперед, чем нужно, поебать там же мост. Ну, блядота.
По идее, достаточно одного, но я оставлю себе второй и даже, может быть, третий шанс. Просто потому, чтобы не обосраться на ровном месте и не слезать еще раз. И ёпс. Ха, проканала. Цистерна. Цистерна так цистерна, в принципе, хую. Эк, бля. Дрк. Смотри, у меня масло кончилось, что ли? Ёбаный потрёпанный, как так? Флэшбэк. Вы собираете воду из источника? Да. Благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллекторе. К тому же этой водой можно пользоваться для разных целей. Например, пить? И это тоже. Но в основном она нужна для механизма. А, вроде водяной мельницы. Да, именно. Я, конечно, все понимаю. Но вьетнамские флешбеки мне уже настопиздили по самой не горюй. Рост. Так. Теперь что от меня требуется? Ёпц. Эй, ёпц. Так, пробегаем сюда. Открываем сундучару. Еще. Один шанс не проебать ачивку. Я надеюсь, что я ее все-таки получу. Так, теперь. Так, где ёпц? Так. Ёпц. Водяной, что ли? Блядский Запорожец. Только этого говна мне тут не хватало. 7 августа, 1830. Александр разбудил меня рано утром. Я с трудом в это верю. Но Александр утверждает, что родился в эпоху Возрождения и застал самого... Так, первый пошел. Какого хуя? Сука. Тень, ты охуела? Опять-то факелы задуло? Я чё тут, блядь, как в жопе негра должен бегать, а? Ёбаный насрал, блядь. А, сука. Вы не представляете, господа, как меня эта хуйня подбешивает, но тем не менее. Так, блядь. Что за звуки? Я, конечно, понимаю, что тут отовсюду вода хуярит, но кто там гадит, как полковая кобыла? Звучок-то, сука, довольно громкий. Так. Это, по идее... Так, мы здесь уже были. Блять, масло-то надо экономить, по идее. Так, погодите, я немножко рожу. Блять! Сука, его опять плющит, да ёбаный ты насрал. О, факелы. Так. Тебе надо придумать, как этот сраный мостик опустить. Чё-то мне помнится, что я должен его чем-то переебать. А. А, чир. Пизда тебе, цепочка ебаная. Так, опять. Прыг. Сука, как же тут-то проскакивать, а?
ёбаный потрёпанный. Так. Еще одна заметка. Вентиль. 8 августа. Внезапно в синем сиянии появились красные пятна. Со стен потекла пульсирующая живая. Так. А вот эту нычку вы хуй найдете, если ее не увидеть с той стороны. Масло, конечно, но тем не менее. Пук. Водка, пиво, молочко, я ебу вас всех в очко. Блять, придется бежать. Потому что сейчас Владян припиздит, мне пизда. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням, сука. Ам-ням-ням-ням-ням, пидорас. Меня хрен кто изнасилует. Так, ну и теперь, по идее, мне куда-то вон в ту степь. Хотя нет, стопэ. Мне вон туда. Теперь я наконец-то родил. Так, теперь. Весело и бодро. Несемся в эту сторону, блядь, и паровые трубы. Так, первую проскочили. Блядь, все-таки обжегся. Так, обдолбаться. Так, проскочил. Заебись. Ага. Так, пар заглушили. Брык. Брум. 9 августа. Тысячи, когда вчера Александр наполнил внутренний круг синим светом, я понял. Так. Это говно мне нравится больше. И третий вентиль. Так, у меня как специально кончается масло. Ну ёб твою налево, а. Красота. Блядь. Тут по звуку, там бассалось целое стадо полковых кобыл. Просто, сука, кони тише ссут, чем эта хуйня звучит. Так. Сейчас будет радость и веселье. Вот сейчас будет самый срачный уровень. После тюрячки, наверное. Ух, бля! Ух, бля! Так, а где все камни-то, ёбаный насрал? Сука. Я чё, зря вниз тогда лазил? Ну, пиздец. Бля! Так, по идее, мне достаточно всего одной булыги. И... Ёба. Блять, как джампи ёбов скачу. Так, два камешка у нас есть. Теперь надо провернуть тот же трюк, что и в цистерне. Подтолкнуть мостик к падению. Морг. Сука. Памятуя о прошлом прохождении, вот честно скажу, это самый ебанутый уровень, который я только помню. Он маленький. Но он невъебенно страшный. Даже меня, которого в принципе хуй чем проймешь. Блять, меня прошибло. Хуяк, флешбэк. Видишь, Даниэль, она уступила. Кто? Тень. Правда?
На какое-то время. Пойдем. Давай уберем это и немного отдохнем. Хорошо. А куда? Вниз по коридору. В морг. Там... что, есть и другие трупы? Ты отлично справился, Даниэль. Нам пора. Пойдем. Вот здесь, в коридорах, свечи лучше зажигать. Ёбаный потрёпанный. Что? Что случилось? Откуда все эти трупы? Где я? Что происходит? Помогите! Кто-нибудь, помогите! Так. Тарики, ебать. Сука, одни флешбеки. Нет, 3 дня. Это безумие. Почему сюда никто не приходит? Эй, кто-нибудь! Я что, один тут? Помогите! Помогите! Я так устал. Если я засну, то вряд ли уже проснусь от этого кошмара. Прошу, Отче на небесах, забери мою душу во сне. Ёб твою. Такая маленькая локация. И такая куча флешбеков. Такое ощущение, что я не в прусском замке, а сука во Вьетнаме, блядь. А, блядь. Честно, мне сейчас дико захотелось чихнуть, надо похуй. Так, теперь... крадемся сюда, закрываем дверь. Трупак! Весел. Так. Я слышу твое дыхание. Ты меня слышишь? Не передумал? Саня, ты мне уже настопиздил, блять. Как вьетнамский, сука, флешбэк являешься. Ну ёб твою налево, а? О! Писюлька. Так. Так, вакцина, говорите. Так, огниво в углу. Так. Открывайся. О, кассета. Палим. Так, вторая писюлька. Кровище? Хы. А мне кажется, появилась идея. Была трубка с иголкой, стал шприц. Так, Терен, посмотри, в какой из комнат водичка. Так. Тут вроде как чисто. Ну, блядь, от трупаков ГГ становится хуёво. А здесь у нас чего? Так, а это открывается на... блядь, тут ещё и вода. Вот это тут весь чап-чап-чап очень хорошо слышно. Понимаете ли? Вот ты где, сучка. О, и опиум. Заебись. Так, теперь. Так, какую из двух дверей мы полезем? Вот сюда, в трупы. Поэтому давайте ее сразу откроем. А-а-а. Сука нах. Только что просверлил чуваку черепуху.
Блять! Сука, блядка! Mother of motherfucking god! Надеюсь, там сейчас эта хуйня побродит и уйдет, потому что, блядь, меня уж блевать тянет от упаковки. Сука. 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 Ну все, пиздец. Все, блядь. Погнал, говнюк. Ну-ка. Ага, упиздовал, кажется. Так. Ну и куда этот Челентано удрал? Главное, чтобы мне сейчас бегом не пришлось уебывать. Это лучше я для гарантии именно это и сделаю. Ну нахуй. Ну нахуй. По-русски говоря. Так, я вроде как ширнулся, откачал водичку. Все, теперь, в принципе, можно съябывать. Фух. Так, одну секунду. О, как раз за полчаса управились. Так. Такая вот уйбалда. Теперь нам сюда. Масло из стены хуярит. Канализация. Один из самых ёбнутых уровней, которые только возможны. Мы узнаем на следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и до скорого.